Тоже по стоечкам тоже прошелся, сегодня бы чисто. Вот по крыше тоже, насколько это возможно, тут машина не на выставку, просто аккуратно. Где-то, конечно, есть развод, вопросов нету. Вот просто у меня как бы такие машинки идеально не получаются. Вот Kia, в частности, это вторая, по-моему, Kia, и это уже сильно металл, сильно потянутый. Ну вот как бы. Вот, на крыше здесь, конечно, поскучней, погрустней. Вот, ну что делать? Ну, примерно вот кое-где вот я вижу там в лампе небольшие неровности есть. Я, в принципе, как бы по крыше даже решил сделать человеку большую скощуху. Вот. И как бы квалифицирую это как рихтовую покраску. Вот. Потому что 7 мест здесь таких есть, которые я как бы там металл в складочки пошел. Вот. И как бы где-то наколы есть. То есть как бы сказать, ну, на мой взгляд сделал где-то на троечку. Поэтому и скощуха. Вот. Ну, во всяком случае, по сравнению с тем, что больше стало, разница приличная. Вот он наш Kia Ceed. Потихонечку он уже ездит. И успешно вот тут сделана была сумка. Вот сначала вот такая была наклеенная. Мы видим проблески, так сказать, кое-где. И потом вторая. То есть два слоя уже повеселее. Естественно, мы не забыли о том, что надо там, где шовная маска была нарушена, взяли ее, подосвежили. Вот. Вот такие дела. Сейчас надо ставить потолочек. Вот у нас сборка полным ходом идет. Потолок уже на месте. Вот стоечки ставятся. Еще задние надо стойки поставить. Ну уже. Вот резиночки потом станут на место. Вот. Ну уже как бы основные моменты стоят. Базовые. Вот. Все тут вот совпадает у нас. Все красиво, как учится. Так вот. Мало того, что делать, еще надо собирать ее, оказывается. Сама она не хочет.